Всем привет, друзья! Показываю в продаже, у нас появился вот такой автомобиль Dodge Magnum. В кузове универсал. Сейчас расскажу вам о нем поподробнее. Вот так он выглядит со всех сторон. Выглядит, кстати, прикольно. Машиняка мощно выглядит. Двигатель 2,7 литра у него. Итак, поехали. Капот. Капот окрашенный, естественно. Ну, слой небольшой. Так, крыло. Крыло окрашено, слой потолще. Так, дверь. Дверь тоже окрас. Ну, машина 2005 года. И это окрас. Из дверь и крыло задний окрас. Так, крыша у нас что? Крыша тоже окрас. Задняя часть, похоже, не крашена. Здесь тоже не крашена. Крышка багажника. Тонкий слой. Сзади крыло потолще. Окрас. В общем, вся машина получается у нас окрашенная. Ну, в общем-то, покрашено неплохо, освежалась, видимо, вся, да? Максимум, что надо сделать, это, может быть, отполировать кузов, чтобы она горела вообще, идеально выглядела, чтобы... Так, что у него, значит, дальше? Туманка выглядит вот так. Оптика. Тоже надо работать с оптикой. Немножечко мы ее полирнули, но все равно надо ее либо лакировать, либо еще что-то. Оптика нестандартная стоит у него. Вот такая. Здесь туманка выглядит вот так. Есть вот такая царапина. Значит, литье. Краска где-то вот здесь вот поцарапана. Резина хорошая впереди стоит. Тормозные диски. Передние ничего еще такие. Задние диски вроде бы ничего выглядят, но резина не очень. Резина не очень, но протектор еще есть. Тормозные диски задние очень тоненькие уже. Не знаю, какие они должны быть, но, на мой взгляд, они тонковатые почему-то. Может быть, это американские такие тормозные диски. На дисках, на задних есть следы ремонта, то есть внутри. По салону. По салону все здесь ничего так. Вот какая-то мелочь есть тут. Что-то здесь было, какая-то, может, дополнение. Основной момент — это вот эти вот пороги. Они, видимо, красились. Они были серые. Красили их черным цветом, и вот эта краска подлезла. Но у кого есть руки, могут также подкрасить. И вот эта крышка, вот ее тоже, видимо, красили, и она облезла со временем. Сидушки у него стоят обалденные, кстати. Сидушки Рикара у него, похоже, с Ауди, мне кажется. Электрические, все работает по сидушкам. Это все неплохо. Дальше, у него здесь стоят, какая-то акустика стоит у него. OptiDrive, что там написано, не знаю, что это такое. Такая акустика у него.
шумоизоляции нет. Сзади тоже пороги вот так выглядят. И здесь вот на двери есть какие-то следы. Как будто здесь что-то устанавливалось дополнительно. А, планочка, вот она отсутствует. Там она есть, а здесь ее нету. Получается, здесь есть, а вот здесь планочки такой нету. Под дерево. Кожа, конечно, кожа. Ну, ее надо почистить, наверное, во-первых, может быть, притонировать. Ну, кожа целая, хорошая кожа. Дальше. Багажник. Ну, багажник здесь все нормально. Я уже смотрел и до этого. Открывается. Здесь вот такая всякая ерунда лежит. Сабвуфер. Музыка играет так довольно неплохо в нем. Здесь все хорошо. Здесь так же, как и везде, со всех сторон пороги подоблезли. Здесь тоже все неплохо. Но пороги вот такие. Облезла вот эта вот краска. На сиденье кожа хорошая вся. Ну, единственное, то, что она подмятая, как бы, да, так она хорошая, рабочая кожа. Немножко вот здесь вот просадочка на боковине есть. Ну и вот здесь вот что-то вот так вот. Все вот так вот. Как-то вот так. Как-то вот так вот все. Сиденья работают. Работают спинки. Все это опускается, сиденье поднимается. Очень удобно, кстати, сидеть. Здесь все нормально. Так, музыка играет. Как-то вот так. Запущу двигатель. По ошибкам подушка безопасности и чек. Причину не знаю. Капот работает. Ой, капот, капот открыли. Двигатель работает прекрасно. Ну, я на нем тест-драйв прошел. Небольшой, в принципе, едет неплохо. Может, на передку есть какие-то слабиночки такие. Чуть-чуть, еле-еле. А так нормально. 2,7 литра V6. Стоит нулевой фильтр. Вот такая штуковина тоже стоит. Не знаю, для чего это. Мотор шепчет. Сейчас на нем проедемся. И дальше еще осмотр снизу есть. Этого автомобиля уже сделал я его. Также видео смотрите в продолжении дальше. По днищу автомобиль, конечно, имеет ржавчину. Так что вот так, друзья. А еще у него вот эти планочки боковые. Они вот такие тоже подвыцвевшие. И трещина на лобовом стекле. Отсюда и до сюда. По центру. В общем-то, на этом все внешне. Внешний осмотр. Итак, тест-драйв Dodge Magnum 2005 год, помчали. На 22-х колесах. На 22-х колесах. Американец, чистый американец. Коробка хорошая, коробочка хорошо вроде бы переключает. Мягенько. Нормально тянет он. На 20-х колесах и
все равно он даже довольно мягкий. Нормально идет. По люкам проходит. Вот, смотрите, какой вот, кстати, американец идет впереди нас. GT Ford Mustang. Пусть посмотрит на наши колеса. В общем, едет как обыкновенный автомобиль. Нормально едет, ничего такого. Урчит только, конечно же, вот этот выхлопная система у него чуть-чуть громковатая. Ну, по стилю сделано так. Типа мощный. В общем, друзья, приглашаем еще о себе немножко. Занимаемся покупкой-продажей автомобилей. Приглашаем, кому нужно продать или купить автомобиль, к нам. Желательно хорошие автомобили, потому что мы честно, правдиво расскажем о том, что увидим на автомобиле, и это может получиться негативный обзор. Как по этому доджу в некоторых моментах. Неплохо. Так, что-то в передочке есть у него, что-то есть у него. Вдалеке, в передке что-то есть. В общем, приехали. А так ничего. Так, Dodge Magnum на подъемнике. Смотрим снизу его. Это ерунда. Вот здесь вот, вот такой вот вариантик, да? Ух ты, это что, Антон? А? Офигеть. Пиздец, да? Это ж все, блядь. Ебать, смотри. Лонжерон, блядь. Звенил, блядь, ебенем. Пиздец. Че тут? Вот это течет откуда, блядь? Поддона точно, блядь. Течет. Вот еще. Течет с поддона, да? Да. Ну вот так. Вот так он выглядит снизу. Слышишь, Миш, ну это не самолет, наверное, так же обновить здесь, да и все. Сильно не мучается. Да. Вот это вот все же переваривал на том, да? Да, все, да. Это настолько снято, блядь, фаска, блядь. Так не видно, ну вот. Сколько там? 2 миллиметра или нет? Да, наверное, да, наверное, 2, а то и 3.
Так, задний амортизатор отекший. Этот нормальный. Тут нормальные амортизаторы. Трудно сказать, но на вид пока что сухий. Не, он держит нормально как бы дорогу. Вот диски вареные. Раз, два, три, четыре, пять. Блять. Не, надо пихать их. Вот смотри, еще здесь раз, два. Раз, два. Это хуже, короче, чем так. Смотри. Там, видел, этот стакан. Нормальный диск. Стакан. Ну, это тоже нормально. Что со стаканом? Ну, вот это все разбирать надо. Вон он. Там лопается, вон он тоже. Разбирать. Мотор надо вытаскивать. Тут, короче, сварочных работ. Нет, насколько? Даже... Это 20.